я стараюсь каждое утро, пока малышка с няней, 2 часа, гулять на улице. У нас середина декабря. И вот как я одета, у нас тепло. Заметила, что находясь дома, делая какие-то даже привычные, любимые дела, я не отдыхаю. Вот такой парадокс. Решила провести эксперимент и каждый день выходить гулять на улицу. Просто без цели. Это важный пункт на самом деле этого задания. Гулять именно без цели. Заходить в магазинчики, которые просто по пути подпадаются, и прислушиваться к своим желаниям. Прелесть. Two ago, I thought I'd